В одном забеге от олимпийской сборной страны. Когда-то ульяновец Евгений Мартьянов претендовал на участие в Московской Олимпиаде 80. Однако даже его высокого мастерства не хватило для того, чтобы выиграть конкуренцию ведущих марафонцев Советского Союза. При этом неудача не сломила ульяновца. Он до сих пор в спортивном строю. Бег дает очень много. Во-первых, не оглядываясь назад, буду болеть? Нет. Однозначно нет. Вот. Второе. Всегда эмоции, всегда с молодежью, всегда, значит, на таком подъеме. Вместе с коллегами по клубу любителей бега «Ювенис» Мартьянов открывает Международный олимпийский день. В Ульяновской области этот спортивный праздник проходит уже в третий раз. Более сотни мероприятий, более 10 тысяч участников. Вся эта массовость ради вершины – олимпийского чемпиона. Если мы говорим о развитии олимпийских видов спорта, я бы хотел, чтобы у нас более агрессивная, такая в хорошем смысле слова, вот была политика и государственных органов власти, и нас как общественности. Потому что я уверен, что никто лучше олимпийского чемпиона не может прославить свою родину, как большую, так и малую. Тем временем оживает главная площадка олимпийского дня – центральный пляж Ульяновска. Первыми в борьбу за награды вступают пловцы-марафонцы. Заплыв «Симбирской мили» проходит в идеальных условиях. Вода еще не цветет, а поверхность Волги как зеркало. В Ульяновске в этот день полный штиль. Это заплыв на преодоление, хоть он не очень большой. Вот, но вода холодная, по-моему, 17 градусов всего. Вот, то есть самое главное – зайти в воду и проплыть этот километр. Пляжный футбол, пляжный волейбол и даже пляжный регбол, не входящий, кстати, в программу Олимпийских игр. Однако поддержавший спортивный праздник показательным турниром. В нем приняли участие несколько команд. Парадоксально, у региональной федерации нет председателя, но есть много поклонников этой игры. Хотелось бы, чтобы возродилось именно движение, спортивное движение. И я считаю, что массовость у нас страдает на сегодняшний момент. Вот такие мероприятия, они как раз и популяризируют спорт, вот, и здоровый образ жизни. Международный олимпийский день в Ульяновской области не был бы полноценно международным, если бы не боксеры. Полторы недели до этого они проводили тренировочный сбор совместно с юными боксерами Казахстана, а напоследок турнир в формате «Стенка на стенку». Казахская школа одна, российская школа бокса чуть другая. Они смотрят друг за другом, что-то берут, положительные моменты какие-то, и пытаются внести их в тренировочном процессе. Это очень здорово у нас. И мы будем чаще проводить такие сборы. И куда в этот день без настоящих олимпиоников? Легкоатлет Владимир Крылов и борец Виталий Константинов – главные герои праздника. Наручными часами их чествует губернатор Сергей Морозов. Для меня олимпийский день – это прежде всего связан с нашим подрастающим поколением. Подрастающее поколение – это наше будущее, это наши новые олимпийские звезды, наши новые олимпийские призеры. Очередной олимпийский день ушел в историю, однако спортивный праздник продолжается. Каждый участник может выиграть поездку на зимние Олимпийские игры 2018 года в Корее. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Олимпийского комитета России, сфотографироваться с дипломом участника Олимпийского дня и отправить это фото в Олимпийский комитет. Итоги конкурса 10 июля. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.